В стране от коронавируса выздоровели 71 510 пациентов. Зафиксированы без малого 72 500 человек с положительным результатом на COVID-19. Лаборатории провели свыше 1 564 000 тестов. Эти данные приводит Минздрав. Между тем, Республиканский центр гигиены и эпидемиологии рекомендует соблюдать меры профилактики распространения инфекции во всех школьных столовых. Ежедневно измерять температуру работникам пищеблоков, заносить сведения в журнал здоровья. Детям и сотрудникам на дежурстве предоставляют защитные маски и перчатки. Администрация учреждений составит скользящий график питания классов, чтобы максимально разделить потоки. Столы расставить на расстоянии в 1,5 метра. Учащихся рассаживать в метре друг от друга. Рекомендуется также проводить дополнительные уборки помещений, проветривать и дезинфицировать их. Заболевших сразу изолировать от остальных.